ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас вторая часть продолжения спасения арабчиков и пинтобианов. В прошлый раз мы спасли всех арабских чистокровных второго поколения, и я обещала, что мы обязательно с вами спасем всех пинтобианов второго поколения, которые на одной и той же модельке. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Star Stable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Star Stable Online, в том числе и РУС аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Я сегодня даже вырядилась в такой специально более мило старо-детский стиль, когда все в розовом любили еще кататься. У меня даже вот шлем с бантиком есть от Джоджо Сива. И сегодня мы, ура, мы смогли задонатить, и мы продолжаем спасать лошадок. В прошлый раз мы спасли арабов, как я уже сказала, у нас абсолютно все красавчики, все арабчики, какое же счастье. И сегодня мы будем спасать 6 пинтобианов. Так что давайте начинать. Стоимость каждого 390 старкоинцев. Также столько же, сколько и арабики. О, и давайте спасать. Это, наверное, будет кобылка. И сейчас придумаем какое-нибудь имя. Закатная страница. А, кстати, мне нравится. Закатная страница. Взрослая. Так, да. Будем брать взрослая закатная страница, кобылочка, пинтобиан второго поколения 390 СК. Покупаем. Я вообще была очень рада, что все-таки смогла задонатить хотя бы вот этот некий максимум на данный момент в 2000+ старкоинцев. Это было безумно, безумно приятно. Я была очень счастлива. И еще больше, конечно же, счастлива, что я могу сейчас всех спасать лошадок. Прям не могу. Прям, знаете, вот отпустила. Прям выдох спокойный, уравновешенный, но очень счастливый выдох. И я только сейчас обратила внимание, как же вот с этим ракурсом очень сильно выпирает вот эта часть. Но только вот при таком ракурсе. Так, я думаю, это тоже будет кобылка, музыкальная молния. Взрослая кобылка, тоже покупаем. Ой, это прям хорошо. Кстати, вот эта вот лошадка идеально сочетается с моим персонажем, потому что у Даши Панихом черные волосы и сиреневые глаза. Здесь, правда, у лошадки, по-моему, серенькие глазки, но все равно они подходят и хорошо сочетаются. Так, это у нас будет жеребец. О, как бы его назвать? Как тебя назвать-то, мальчик? Стрела. Трейдерство, настрой, я, судьба, сумрак, сфинкс, тайна, танцор. Может быть, тебя танцор, трель, туз, туман. Ой, я что-то перелистнула немножечко вниз. А, нет. Та-та-та-та-та. Тихоня, тиара. Танцор. А какой ты будешь танцор? Дикий. Хочу дикий. Дикого нет. Дикий. Дикий танцор. Взрослый жеребец. Тоже покупаем. Второго поколения. Не, я до сих пор не верю, что их убирают. Мне кажется, это шутка. Но все мы знаем, что если мы пропустим этот момент, то не видать нам коней, не видать лошадок. У меня так знакомая проспала и не купила себе
по-моему, андалузы, что ли, или фризы первого поколения, хотя, ну, казалось бы, человек практически всегда следит за обновлениями в Star Stable, но что-то где-то как-то проспал и очухался спустя аж 2 месяца. Мне было ее очень-очень жалко, прям. Я очень ей соболезновала, но я не могу постоянно всем своим друзьям писать, кого убирают, кого не убирают. Для этого есть новостные ленты Star Stable Online. Так, здесь... Хочется что-нибудь мягкое, такое нежное. Лучезарная ваниль. Вот да, я думаю, подойдет. Тоже кобылка. Что-то очень много кобылок в пентабианах у меня будет. Лучезарная ванилька. Это, кстати, моя самая любимая масть пентабианов. Я ее купила самой первой на основном аккаунте, поэтому тут отдельная некая любовь. Так, вот это я хочу будет у нас... Туманный страж, сокол, снег, стужа, сумрак, сфинкс. Как тебя назвать-то? Туманный ураган, фантазия, фея, туманный флирт. А, и мне кажется, я хотела туз его, что ли? Туманный туман. А вечерняя у нас есть? Вечерняя. Вечная. Вечерний. Нет. Холодный. Хочу холодный. Ну, тоже холодная. Холодный туман. Ну да, пожалуй, это подойдет. Холодный туман. Жеребец это будет. Тоже покупаем. Всех покупаем. Всех спасаем к нам на конюшню. Это уже один из самых любимых мастей. Прям. Ну, я не понимаю, они не такие уж старые, да, они отличаются, но я не могу сказать, что они очень старые по сравнению с лошадками первого поколения. Так, и все, все, последний пентабиан. Я не знаю, как его назвать. Может, кокосик? У меня, по-моему, кокосов ни одного нету. Кокос. У нас есть кокос? У нас нету кокоса! У нас есть кокосовый, по-моему, да? А кокосовый тогда? Причем кокосовый? Кокосовый мальчик. Прям так и назовем. Кокосовый мальчик, взрослый жеребец. Пентабиан второго поколения. Кокосовый мальчик. Покупаем. О боже, какое счастье, что я их спасла. Причем спасла не только на Дашу Панюхом, но и на основной свой аккаунт. Да, я туда тоже всех скупила. И... прям... я очень-очень в расстроенных чувствах. Я до сих пор, когда осознаю, думаю о том, что их убирают, я очень сильно хочу плакать. Безумно хочу сильно плакать. Прям не в шутку, взаправду. От того, насколько мне больно. То, что локации убирают, это еще ладно. То, что коней убирают, это очень делает... Очень-очень больно делает моему сердцу, но как я боюсь лишь одного. Я боюсь того дня, который, ну вот, наверняка наступит, зная, как здесь в нашей игрушке любимой все, к сожалению... ломается, это то, что, возможно, старенькие лошадки сломаются, они не пропадут у вас из конюшни, но по факту они будут кривые, косые, где-то грива оттянутая, где-то текстуры будут оттянуты, в общем, какая-то крокозябра будет вместо лошади. Я очень сильно надеюсь, что такого у нас не случится и не произойдет. Ну, господи, ну красавчики-то какие, ну... Прям, ну какие глазки, ну красивые, ну что это, ну лисьи моськи, особенно моего рыжего, на котором я сейчас приехала. Ладно, Даша, спокойно. Ребята, все, кто в слезах так же, как и я вас поддерживаю, я вас понимаю, я нам соболезную. Так что мы купили лошадок и пора отправиться на конюшню.
Ну что ж, вот мы и приехали на нашу конюшню. Здесь немножечко порядок. И, кстати, у меня даже осталось 209 старкоинсов. И, ох, как приятно, что на всех хватило. И давайте мы их всех посмотрим. Для начала мы только так это переставим. Этого этих уберем. У нас же их 6. Столько же, сколько и арабов. Поэтому можно сделать очень просто вот так, а куда еще одного потеряла? Так, порода. Так, это арабы. Ищем моську. Ищем моську. Тяжело искать. Вот, нет, не тяжело. Вот, все, нашли. Нашли кокосового мальчика. Вот они. Вот они, красавчики. Вот они, великие пентабианы. Великие арабы тоже. Конюшни все теперь есть. И мне нравится, какие имена я им дала. Дикий танцор, холодный туман, лучезарная ваниль. Прям имена, знаете, которые вот, ну, в стиле старого ССО, кокосовый мальчик. И они переносят прям ощущениями туда, в старое ССО, закатная страница, музыкальная молния. Боже мой, это же... Ну почему раньше это было круто и было классно называть так лошадей? А сейчас все стараются давать имена лошадкам чаще всего на английском и желательно как-то, ну, гордо, величественно, чтобы в грамоте хорошо смотрелось, как будто бы это там какой-то пятый внук великого чемпиона. Я не спорю, это тоже очень круто, но вот куда пропала любовь к таким и милым именам. Так, а на кого бы сесть? Я хочу сесть на музыкальную молнию, как я и сказала. Я думаю, что она с Дашей будет смотреться просто идеально. Просто самый лучший дуэт. И раз уж на то пошло, и мы уже знаем, что донат неизбежен теперь на абсолютно каждое спасение, ребят. На абсолютно каждое спасение мы будем донатить на этот аккаунт, спасать лошадок. Я думаю, я могу себе позволить что-нибудь купить Даше. Может быть, лошадкам амуниции. Я очень хочу купить много старой амуниции, потому что у меня всего лишь 2 седла, по-моему, и 2 уздечки на старичков. Это очень-очень мало. Мне этого не хватает, да и, в принципе, мало седел. Но это вторые поколения, и на них можно надевать новые конкурные седла. Это самый большой плюс этих лошадок. Давайте быстренько... А давайте просто возьмем с рыжика. С рыжика мы возьмем и вальтрап, и уздечку, и просто снимем с него седло. Ну, красота какая. У меня есть розовые нагавки, бинты? Розовые бинтики у меня есть? Да ничего у меня здесь нету. Здесь всего очень-очень мало. Пустые страницы. И вот, да, вот хочу купить много амуниции для старичков, чтобы там и яркие сеты, и такое, чтобы буйство красок было. Нет у меня розовых ногах. У меня, благо, есть большие розовые бантики Джоджо Сива, когда точнее. И такая же сумочка, и вот коктейль тоже с Джоджо Сива. Вот такой вот сет классный, напоминающий о старом, добром, былом. Давайте уж все наденем из этого сета, кроме перчаток и сапог. Я не помню, по-моему, у меня их нет. И, кажется, были очки. Но я могу ошибаться. Да, и у меня их тоже нету. Так что... Ой, ну, это так мило смотрится. Хотя раньше я редко так любила кататься в таких ярких, кричащих образах, чтобы прям и бантики, и сумка, и питомец были. Но сейчас прям испытываю очень сильную ностальгию по... тому времени, когда народ обожал вот так вот кататься. Ну что ж, дорогие друзья, на этом видео подошло к концу. Мы спасли всех арабов и всех пентабианов. Это большое счастье и гордость за то, что мы их спасли. Теперь уже вторые поколения будут отдыхать, проживать свою пенсию на моей конюшне. А уж вторые поколения вообще на двух моих конюшнях. Но зато мы сделали доброе дело и оставили себе их на память. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока!
Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Ну, божечки, ну какой же ты красивый. Вернее, красивая.